Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. В очередной раз отжимал яблочный сок и решил, почему бы не сделать нам напиток. Получилось у меня 5 килограмм жмыха из-под яблока. И хочу сделать дистиллят. Не знаю даже, как его назвать. То есть, по сути, это, наверное, будет яблочная чача. Потому что чача, наверное, один из немногих напитков, который делается из жмыха. Не знаю, можно ли назвать чачей яблочный напиток. Яблочным бренди или кальвадосом его точно назвать нельзя. Ну, давайте для удобства говорить, что мы будем делать яблочную чачу. Итак, у меня есть 5 килограммов жмыха. В первую очередь хочу разбавить его водой и замерить сахаристость. Опа, сюда его. Водичку лучше заранее использовать теплую. Я заранее предполагаю, что в яблочном жмыхе сахаристость достаточно низкая получится, поэтому приготовил сахар. Но можно делать и на одном жмыхе, без добавления сахара. Наверное, еще надо немного воды. Сейчас добавлю, перемешаю и замеряем, что у нас по сахару здесь получается. Сделаем контрольный забор. Буду использовать рефрактомер. Также можно использовать ориометр, сахарометр. Но в любом случае показания эти будут достаточно условные. Да, рефрактомер нам показывает только 4% сахара. Очень мало. Ну, соответственно, если мы имеем по объему 4% сахара, 1% сахара даст нам всего лишь 0,5% алкоголя. Ну, плюс-минус примерно, в зависимости от дрожжей, от условий брожения. То есть 4% сахара даст нам всего лишь 2% алкоголя. Поэтому добавим сюда сахар, для того, чтобы яблочный жмых и тот сахар, все-таки та фруктоза, которая содержится в этом жмыхе, так или иначе придадут напитку нашему приятный яблочный вкус и аромат. Но для того, чтобы получить более высокий выход напитка, надо добавить, ну понятно, надо добавить сахара. Идеально использовать, конечно, инвертированный сахар. Но я не стал заморачиваться и просто приготовлю обычный сахарный сироп. Также в теплую водичку отправляю 3 килограмма сахара. Пропорции у нас будут следующие. 5 килограммов жмыха, 3 килограмма сахара и 20 литров воды. Сейчас этот сахарочек здесь растворю до полного растворения. И проведем еще одно достаточно важное действие. Пока сахар растворяется, понизим кислотность нашей будущей браги. С какой целью? В яблоках, в отличие от винограда, большое количество кислоты. Если оставить это большое количество кислоты в браге, то это нам даст определенное количество метилового спирта, который совершенно нежелательно нам получить в конечном продукте. Поэтому я использую столовую ложку соды на вот этот вот объем браги. Сода снизит кислотность и поможет нам хоть как-то избежать выбраживания метилового спирта. Размешиваем хорошенько и добавляем сюда наш сахарный сироп. Отправляем сахарный сироп в брагу. Но если у вас есть желание повозиться и улучшить вкус напитка, я очень рекомендую делать инверт. Делать инвертированный сахар. У нас на канале есть видео о том, как приготовить инвертированный сахар для браги. Интересно теперь замерить сахаристость. Набираем контрольную. Конечно, плохо, что оно со жмыхом. Все равно показания будут не совсем объективные. Сейчас получили 8% сахара. Все равно, конечно, маловато, но я считаю, что если добавить больше сахара, то это уже получится, ну, фактически обычный самогон сахарный, а не яблочная чача. Далее приступим к несению дрожжей. В принципе, все это дело можно было бы сделать и на диких дрожжах, но яблочные дикие дрожжи достаточно слабые. Во-первых, бродительно будет дней 40-50. А во-вторых, непонятно, какое количество алкоголя мы получим, насколько они толерантны к алкоголю и справятся ли яблочные дрожжи с тем сахаром, который мы сюда внесли.
То есть просто с сахаром, который содержится в яблочном соке или в мезге, они точно справятся. Тем более здесь, в принципе, дрожжей нормально, потому что как раз все дрожжи, они содержатся на шкурке. А яблоки я давил вместе со шкуркой, соответственно, в жмых у нас попала вся мякоть и все шкурки. Я использую дрожжи польской фирмы Bro-Win. В Украине их купить можно в интернет-магазине Ekozwar. Ссылку на эти дрожжи я размещу в описании. Дрожжи называются Turbo Fruit. Достаточно хорошие. Пользуюсь им уже не первый год. Очень доволен. Идеальное соотношение цена-качество. Есть, конечно, новозеландские дрожжи, которые несколько дороже. Ну, как несколько. Они на 50% дороже. Может, по качеству немножко и лучше. Ну, вот эти польские вполне сносные. Толерантность к алкоголю 14-18. Время сбраживания 5-7 дней. Можно дрожжи разбродить в сиропе, но они настолько хорошо себя зарекомендовали, что я просто рассыпаю дрожжи по поверхности сусла, по поверхности браги, если хотите, и дам им минут 5 регидратироваться. То есть сразу не буду перемешивать, а дам им немножко намокнуть. Напомню, воду я вносил температурой 32-33 градуса, то есть водичка должна быть теплая. И, конечно, должна быть качественная вода, нежелательно использовать воду из водопровода, хлорированную, лучше покупать очищенную воду. Но я использую артезианскую воду из собственной скважины. Через 5 минут тщательно перемешаем нашу брагу, чтобы распределить дрожжи по всему объему. То есть они промокли. Теперь можно перемешивать, сахара здесь достаточно, дрожжи хорошо стартанут. И поставим под гидрозатвор, оставим при температуре, ну, идеальная температура для этих дрожжей от 20 до 30 градусов. Но лучше придерживаться нижнего порога температуры, который указан на упаковке с дрожжами. В принципе, лучше всегда, то есть лучше в прохладе, чтобы бродило, чем в жаре. Потому что в жаре выбраживает быстрее, но алкоголя получается меньше. И по опыту, у меня как-то был опыт, я ставил пиво на брожение, было очень жарко в помещении, ну просто в комнате, градусов 30 было. Пиво вместо положенных 10 дней отбродило за 3 дня, полностью отбродило реально. Но пиво получилось очень слабое, правда, без потери, на мой взгляд, без потери вкусовых качеств. Итак, друзья, оставляем на неделю нашу яблочную чащу сбраживаться. Через неделю я выпущу второе видео о перегонке этой чащи. Почему делю видео на две части, объясню. Не потому, что хочу, чтобы у меня было больше видео. Дело в том, что сейчас сезон яблок. Именно сейчас вы делаете сок, наверное, и задумываетесь, куда использовать можно жмых. Поэтому сейчас мы ставим брагу, а через неделю выйдет отдельное видео о том, как эту брагу перегнать. Тут тоже есть нюансы, это один из немногих напитков, в котором я действительно буду рекомендовать двойную дробную перегонку. Потому что здесь косточки, ну как бы такая достаточно стрёмная брага, надо будет аккуратно отнестись к ее перегонке, поэтому сделаем двойную перегонку. А сейчас емкость под гидрозатвор. Гидрозатвор. В принципе, здесь можно наливать все что угодно, но я по привычке всегда в гидрозатвор наливаю спиртосодержащий продукт. В данном случае это тоже чача, только виноградная. Смотрите, первые 2-3 дня на поверхности браги будет образовываться очень плотная шапка из мезги. Если эту шапку не перемешать, то процесс брожения остановится, ну, грубо говоря, замрет. Она настолько плотная будет, что она не будет давать возможности углекислоте выходить. У вас перестанет работать гидрозатвор. Помимо этого, обратили внимание, я не полную кастрюлю делал, я оставил место для этой шапки. То есть в течение первых 3 дней вот эту вот шапку из мезги надо хорошенько перемешивать, открывать емкость бродильную и перемешивать. После этого в процессе брожения эта шапка будет уже не так плотно образовываться, и к концу брожения она должна вся сесть на дно, ну или почти вся, и оставить как бы сверху нашу чистую брагу, которую мы, собственно говоря, потом перельем в куб и сделаем из нее яблочную чачу.
Ну вот, наверное, на сегодня все. Спасибо за внимание. Надеюсь, видео было для вас полезно. И вы найдете еще одно применение. Ну вот, я, кстати, мне подписчики посоветовали. Я что-то раньше весь этот жмых выбрасывал. А один из подписчиков, я делал яблочный сидр. Если вы смотрели это видео, ну, если не смотрели, вернее, можете его посмотреть в разделе «Алкоголь» нашего канала. Делал яблочный сидр и заморочился вопросом, куда же девать жмых. Один из подписчиков написал, так сделай из него чачу, зачем его выбрасывать. Ну вот, как бы делаю чачу, изучил этот вопрос, как ее правильно делать, потому что чачу из виноградных выжимок я делал неоднократно уже, а чачу из яблочных делаю первый раз. Ну, по сути, на этом видео закончилось, закончим, через неделю увидимся и сделаем дистилляцию этого напитка, посмотрим, что у нас получилось. Спасибо за внимание, всего доброго, пока!